Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Виктор Раду. Состояние ребенка, который пострадал от удара током во время селфи на крыше вагона, остается крайне тяжелым, сообщили в мэрии. Напомню, 12 апреля школьник с ожогами различной степени тяжести был обнаружен на станции Одесса-Восточная. По информации чиновников, пострадавший ученик 7 класса гимназии номер 7 был госпитализирован в ожоговый центр Одесской ГКБ номер 10 с ожогами 40% тела и ожогами дыхательных путей. Наиболее неблагоприятное поражение – это поражение верхних дыхательных путей. То есть в сочетании с поражением 40% поверхности тела – это очень тяжелое состояние. Ребенок, считайте, вторые сутки находится уже в состоянии шока. Всеми медикаментами ребенка обеспечил город. Медики надеются, что принимаемая терапия приведет к позитивным результатам. К сожалению, этот случай в нашем городе не первый. В частности, в той же гимназии номер 7 три года назад уже была подобная трагедия. Тогда от удара током ребенок скончался. Аналогичные случаи фиксировались и в других одесских школах. Я сам отец, и внуки растут, понимаете, говорим, ну давайте в этой школе еще раз. Должны быть какие-то наглядные агитации по всем школам, абсолютно. Я вас прошу, подготовьте какое-то, я не знаю, вот наглядное, чтобы это было, что нельзя этого делать. Классным руководителям, пожалуйста, попросите, всем, этот случай не должен остаться незамеченным, чтобы классный руководитель в своих классах собрал учеников и рассказал об этом случае, что и как произошло. Сейчас в школах пройдут повторные разъяснительные беседы. Кроме того, мы вчера связывались с волонтерами, которые готовы нам предоставить специально разработанные плакаты для учебных учреждений. Посмотрим на них и совместно разместим еще и такую полиграфическую продукцию в наших учебных учреждениях для детей и для родителей. Строительство новой взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта планируют закончить к концу года. Этому вопросу чиновники также уделили внимание на аппаратном совещании. По словам чиновников, временно приостановленные из-за плохой погоды работы по реконструкции аэродромного комплекса, в том числе строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы и комплекса рулежных дорожек, возобновились и проводятся в плановом темпе. На сегодняшний день работы возобновлены. Темп взят хороший. Надеемся, до конца года полоса будет полностью отлита. Как только наступит сухая погода, пообещали специалисты, начнется установка закупленного для взлетки нового оборудования. Напомним, средства на ремонт взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта 1,67 миллиарда гривен выделил Кабмин в 2017 году. Первый транш составил 500 миллионов. До временной остановки работ на объекте построили уже 1450 из запланированных 2800 метров новой полосы. На это ушло 26 тысяч кубометров бетона. В районе пляжа СБУ под санаторием Одесса возле кафе «Санторини» сейчас идут ремонтные работы, заверили чиновники. Территория на пляже «Дельфин» между 15 и 16 траверсами на данный момент благоустраивается, пояснили на аппаратном совещании. Нынешние благоустроительные работы связаны с текущим ремонтом подсорной стенки между траверсами, сообщили в профильном подразделении муниципалитета. В дальнейшем планируется благоустройство прилегающей территории, это обустройство смотровой площадки и вдоль подпорной стенки со стороны склона обустройство пешеходной зоны с замощением тротуарной плитки. Также будут установлены скамейки, урны и выполнено соответствующее благоустройство. Работы по благоустройству пляжа в мэрии планируют закончить к началу курортного сезона. Финансирует проект инвестор-компания ООО «Укртрансгрупп 2005». В это же время городской ГАСК проверяет законность строительных работ на пляже Бона-Бич в Аркадии. По словам сотрудников управления, к ним поступила информация, что здесь строят сооружение на песке. В четверг мы вышли на проверку. Ждем от Бона-Бич, скажем, от юридического лица документов, которые у них есть. Известно, что есть право собственности на данный объект. Мы считаем, что это реконструкция без разрешения документов. После проверки мы можем дать подробную какую-то информацию по данному объекту. По словам руководителя, у застройщика есть право собственности, но нет разрешительных документов на данное строительство. В ходе проверки также будет выяснено, капитальное сооружение вознамерились возводить застройщики или нет.
В Одессе автомобиль протаранил витрину магазина. Водитель сбежал. Авария случилась ночью на улице Педагогической. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с припаркованным джипом, после чего влетел в витрину магазина. Затем мужчина бросил свое авто и сбежал до приезда полиции. Его личность уже установлена. Ведутся поиски. Пострадавших в результате ЧП нет, сообщили в патрульной полиции. Еще одна авария произошла в понедельник утром в центре города. На перекрестке Пушкинской и Большой Арнаутской столкнулись два легковых автомобиля. Пострадавших нет, однако участники ДТП перегородили проезжую часть. Образовалась пробка. Временно прекратилось движение троллейбусов. А к вечеру график работы трамваев был нарушен по воле евробляхера. В районе третьей станции водители иномарки на евро-номерах, поворачивая с Фонтанской дороги налево в сторону Сигетской, решил проскочить перед движущимся трамваем, но не рассчитал свои возможности и ситуацию. Никто не пострадал, но пассажирам трамваев пришлось перепланировать маршруты, а также ДТП сбило распорядок движения вагонов в час пик. Аллея каштанов в Киевском районе нуждается в срочной обработке. Излюбленные деревья жителей Таирова болеют давно, и горожане регулярно жалуются на их состояние. Поднимали эту проблему и на заседании в мэрии. На аппаратном совещании обратил внимание чиновников на состояние каштановой аллеи депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра. В Киевском районе есть прекрасная красивая аллея каштанов на улице Черноморской дороги от угла улицы Глушко до улицы Вильямса. К большому сожалению, много лет эти деревья болеют, и я обращался с соответствующими обращениями в департамент с просьбой повлиять на оздоровление данной аллеи. Хотел бы услышать какие-то ответы в департаменте. На сегодняшнее обращение депутата отреагировали сразу несколько городских ведомств, среди которых департамент экологии. Было проведено обследование 150 каштанов. Из них всего одно дерево находилось в аварийном состоянии, 121 дерево в хорошем и 28 в удовлетворительном. Был выдан комиссионный акт обследования данных зеленых насаждений в составе Зелентреста, Департамента экологии и Государственной экологической инспекции в Одесской области. По жалобам людей, которые, в общем-то, наверное, обращались к Дмитрию Николаевичу, они говорили, что эти каштаны поражены бабочкой американской. Ну, тут мы работаем в тесном контакте с коммунальным предприятием Горзелентреста. Сотрудники Горзелентреста пообещали депутату заняться обработкой каштановой аллеи на Люздорской дороге в ближайшее время. У нас уже есть сформированный график на этот план, ну и план работ на этот год по обработке каштанов. Он идет в 4 этапа, начинается в апреле месяце. Мы рассмотрим вопрос депутата и попробуем включить в план работ, обработать эти каштаны. При этом в мэрии констатировали, что на сегодня в Одессе значительно уменьшилась численность сотрудников коммунальных служб. В настоящее время в коммунальных предприятиях города трудятся 9247 человек, что значительно меньше, чем в прошлые сезоны. В сравнении с 2017 роком численность працівників скоротилась на 664 особи. Причины скорочения – это реорганизация трех коммунальных предприятий у коммунальной установы, 482 особи, и скорочение штатных одиниць КП ЖКС на 2016 осіб в связи с переходом будинків управления ОСББ. Большинство коммунальных предприятий города испытывают серьезный кадровый голод, посетовал чиновник. По состоянию на 1 января дефицит составил 827 специалистов. Сильнее всего от нехватки кадров страдают КП теплоснабжения города Одессы, где актуальны 376 вакансий, КП ЖКС – 158 рабочих мест и КП Одессгорэлектротранс, где ждут 156 человек. Жители Киевского района также возмущены незаконным строительством. По словам горожан, на улице Рассвета на территории бывшего РСУ неизвестные начали рыть котлован для стройки и вбивать сваи без каких-либо разрешающих документов. Машины шли одна за одной, огромный экскаватор, и люди, значит, выходили, пытались узнать, что же происходит, что здесь будут строить, и как бы получить хоть какой-то ответ. Они обратились ко мне как к председателю органа самоорганизации населения,
Я пытался выяснить, но не с кем было разговаривать это все. И мы, значит, сделали запрос в ГАЗ официальный и собрали собрание, и жители попросили меня обратиться к Танцюре Дмитрию Николаевичу, как бы к депутату Киевского района. Уже в понедельник по инициативе Дмитрия Танцюры вопрос с непонятным строительным объектом был обсужден на аппаратном совещании. Сложилась ситуация на улице Рассвета 42, когда идет незаконное строительство, нет ни единого документа. Если вы дадите команду, есть фотофиксация данного участка. Давайте посмотрим, пожалуйста. Просил бы взять лично под контроль Петра Моисеевича. И если можно, дать соответствующее распоряжение службе безопасности, департаменту муниципальной безопасности, пока будем разбираться, чтобы никто не строил дальше. Потому что есть большое возмущение жителей Киевского района. Вчера было собрание, которое проходило на протяжении 3 часов. Мы как бы эту волну остановили, но очень хотелось бы разобраться и не дать возможности строительству дальше двигаться. После обращения депутата разбираться с данным объектом и его хозяином также будет и ГАСК. По словам руководства ведомства, никаких документов о планируемых строительных работах к ним не подавали. Повідомлення щодо підготовчих робіт до управління не подавалося. Наразі управління вживає заходи щодо вручення замовнику припису щодо зупини підготовчих робіт та притягнення його до адміністративної відповідальності. Ситуации незаконного строительства необходимо пресекать в самом начале, поддержал депутата и одесситов, и городской голова. Что у нас обычно происходит? Выкопал фундамент, сделал фотографии. Сейчас они на своем сайте или каком-то другом сайте сделают фотографию будущего счастья, красивого дома. Поставят там достаточно низкие цены. И люди понесут деньги. Когда люди принесут туда деньги, потом это будет уже к нам будут приходить и спрашивать, почему мы не оформляем им квартиру. То есть это уже, извините, я не люблю это слово, схема, отработанная в Одессе. Еще одно поручение городского головы профильным специалистам – мониторинг ситуации и предписание о запрете въезда на данную территорию строительной техники. Дмитрий Танцюра уверен, уже на следующей неделе будет произведен полный анализ происходящего. Ни разрешительных документов, ни градостроительных документов никаких нету, поэтому на этой неделе ГАСК и райадминистрация разберутся, и на следующем аппаратном совещании будет доложено профильными департаментами о том, что там происходит на данном участке. Также контроль ситуации на улице Рассвета продолжится со стороны одесситов и депутата, подытожил Дмитрий Танцюра. Что же касается сохранения и расширения зеленых зон, в Одессе уже сейчас реализуется несколько муниципальных программ. А паспортизации существующих зеленых насаждений и создании новых парков и скверов депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра рассказывает после новостей в программе «Тема дня». Мы уже говорили с вами, что в Киевском районе не хватает зеленых парков и скверов. И вот сегодня фракция «Доверяй делам» готовит очередное решение на сессию, проект решения на сессию, на утверждение сессии городского совета о создании на территории Киевского района двух парков. Один парк – это красивая территория, большая, более 2,5 гектар. Мы на этой неделе выезжали, была рабочая комиссия, которая очертила границы данного участка. Повторюсь, он более 2,5 гектара. Это улица Небесной Сотни, улица Глушко и угол улицы Ильфа и Петрова. И второй парк на улице Люздорской дороги 55. Это территория бывших антенных полей. Благодаря тому, что технологии не стоят на месте, и сегодняшнее телевидение имеет уже совершенно другой вид. Мы переходим к цифровому телевидению. Санитарные зоны, которые были вокруг этих вышек, уменьшаются. И это дало нам возможность найти дополнительно 0,5 гектара земли для создания такого сквера вот на улице Люздорской дороги. Полиция и родственники разыскивают несовершеннолетнюю Дарью Заровную. 17-летняя девушка 14 апреля около 18 часов ушла из дому и до настоящего времени не вернулась.
Приметы пропавшей на вид 16 лет. Рост 165-167 сантиметров. Лицо круглое, среднего телосложения, волосы русые, ниже плеч. Глаза карие, носит очки. Была одета в длинную красную куртку, голубые джинсы, черные кроссовки на платформе с подошвой бело-черного цвета. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят позвонить по телефонам 779-42-88, 098-025-22-23, 102 или обратиться в Суворовский отдел полиции. В Балтском районе во время движения загорелся легковой автомобиль. Люди не пострадали. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, сообщили в региональной службе спасения. Сообщение о возгорании автомобиля в районе села Мироны поступило в службу спасения около 3 часов ночи. Через полчаса спасатели потушили возгорание. В результате огонь повредил моторный отсек автомобиля на площади 3 квадратных метра. Водитель и пассажиры не пострадали. В Одессе из-за аварии на городских электросетях весь день была обесточена главная канализационная станция. Жители многих домов остались без воды. По сообщению пресс-службы Инфоксводоканала, предприятие на время ремонтных работ со стороны РЭС снизило давление до первого этажа во всех районах города. В результате аварийной ситуации сработал защитный механизм электросетей и произошло автоматическое отключение электроэнергии от Пересыпского моста до Лузановки. Из-за сбоя в электросети пришлось остановить и насосную станцию, пояснили в Инфоксводоканале. Причина аварийного отключения устанавливается, сообщили в пресс-службе мэрии. В побережье озера Алибей пограничники одесского отряда задержали браконьеров. Двое мужчин, несмотря на действующий запрет, успели выловить около 6000 рыбин разных пород. Задержанными оказались местные жители. С помощью сетей браконьеры наловили 5700 штук черноморской отерины, бычков и креветок. Сумма ущерба, нанесенного государству, более 24 тысяч гривен. На правонарушителей составлены админпротоколы. Им грозит крупный штраф и конфискация орудий лова. Украинские города заполонила незаконная реклама сигарет «Марвел». Несмотря на то, что на билбордах нет изображения сигарет, там есть название бренда и слоган, под которым и продаются сигареты, подчеркивают эксперты, что является скрытой рекламой табачных изделий. А заказчикам и исполнителям такой рекламы грозят крупные штрафы до 35 тысяч гривен за каждый носитель, напоминают контролирующие органы. Глава отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Олег Кобельков назвал статьи закона, которые нарушает производитель «Марвела». Цитируем. Здесь есть признаки нарушения законодательства о рекламе. Согласно статье 22 закона о рекламе, запрещена внешняя реклама табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, объясняет глава отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Олег Кобельков. Также в Госпотребслужбе обратили внимание на акции с раздачей подарков, зажигалок при покупке сигарет бренда «Марвел». По оценке госоргана, это также незаконно. Чиновников в их оценках действий Львовской табачной фабрики, которая производит сигареты «Марвел», поддержал и Андрей Скипальский. Генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения обращается к украинцам с напоминанием, что необходимо сообщать о таких фактах незаконной рекламы в Госпотребслужбу. За данные нарушения предусмотрены довольно серьезные санкции. За каждое место незаконной рекламы около 35 тысяч гривен штрафа, напоминает Скипальский. Константин Красовский, эксперт по контролю над табаком, который провел целое расследование по Львовской табачной фабрике, утверждает, что нынешние действия по рекламе Marvel напрямую нарушают статью 16 закона о защите населения от табачного дыма, которым запрещена и реклама табачных изделий, и любые акции по стимулированию их продажи. Вообще законодательство Украины, в частности закон 28.99, это он там долгое название, то есть о защите от табачного дыма, запрещает не только рекламу, но и то, что вот называется промоушен, по-английски продвижение. Вот. И это в данном случае тоже подпадает под эту категорию. То есть нарушается статья 16 закона 28.99, нарушается закон о рекламе. Вот. Но в данном случае мы имеем дело с продукцией фабрики, которая расположена в городе Винники Львовской области. И эта фабрика, она уже много лет славится таким беспощадным отношением к законодательству, вообще плюет. Ну,
реклама вот сейчас появилась, а по нынешнему законодательству минимальная сумма налоговых платежей на пачку 20 сигарет, это то есть акцизы и НДС, это 23 гривны. Сейчас они декларируют, что они продают сигареты там по 20 гривен. Можете сейчас вот зайти в киоск, посмотреть какие. Вот, то есть... Явно они нашли какие-то схемы ухода от акциза. Эксперт также напоминает, что и раньше Львовскую Винниковскую табачную фабрику обвиняли в махинациях с использованием акцизных марок для сигарил и с продажей в Украине сигарет, предназначенных якобы для магазинов дьюти-фри, о чем неоднократно сообщали и средства массовой информации. А глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в свое время называл это предприятие главным поставщиком табачной контрабанды из Украины в страны Евросоюза. Связаться с представителями Львовской табачной фабрики удалось, что называется, частично. По одному из номеров телефона ответили. Правда, отвечать на вопрос о размещении рекламы бренда Marvel и слогана, под которым продаются сигареты «Свий для кожного», отказались. Константин Красовский подчеркивает, что бороться с недобросовестной рекламой все же можно. И это зависит от каждого украинца, напоминает эксперт. Нужно писать заявление в соответствующие службы. Значит, это вот, ну, раньше был комитет по защите прав потребителей, сейчас долго название там Государственная служба по продовольственной безопасности и чего-то. Они контролируют выполнение закона рекламы по статье 27. Они должны провести расследование. 13 и 14 апреля в Фонтан Скай-центре собрались одесситы, которые интересуются модой, новыми коллекциями и правилами составления сезонного гардероба. Здесь прошел конкурс стилистов Fashion Battle и мастер-класс «Идеальный гардероб за 100 минут», который провел известный украинский имидж-консультант и персональный стилист Рост Дикой. В прошлый уикенд большой атриум Фонтан Скай-центра снова превратился в профессиональную площадку для проведения модного шоу – конкурса молодых стилистов Fashion Battle. В битве приняли участие пятеро выпускников школы персонального имиджа Елены Штагриной. Опытный имидж-эксперт рассказывает, иметь персонального стилиста сегодня так же необходимо, как и юриста, парикмахера или коуча. Законы цвета, законы фигуры, законы стиля. Когда ты их знаешь, ты берешь конкретного человека, смотришь его характер, темперамент, его фигуру, его возраст, его жизненную задачу. Это все я писала в своей книге «Имиджбук», именно она основана на законах. И ему предлагаешь это применить. Потом смотришь на получившийся результат. Если человеку нравится, это остается с ним надолго. Задание конкурсантов – полностью изменить свою модель. В создании новых образов им помогали профессионалы индустрии красоты, специалисты салона «Авантюра». Эксперимент – это всегда интересно. Наш салон называется «Авантюра», но это в добром, таком хорошем понимании. То есть это авантюра, что-то, это путешествие, но на данный момент в мир моды. Главное событие вечера – мастер-класс украинского топ-стилиста и имидж-консультанта Роста Дикова «Идеальный гардероб за 100 минут». Эксперт рассказал одесситам об актуальных трендах и модных тенденциях сезона. Каждый год выходит до 20 новых трендов, а каждые полгода 18 новых цветов. И каждый хочется попробовать найти его в магазине. Просто зайдите в магазин, посмотрите на витрины и уже вдохновитесь покупать что-то новенькое. Мужчинам стоит обратить внимание на белые брюки и удобную прогулочную обувь. Женщинам же рекомендуют примерить платье из натуральных тканей. И помнить, что весна и лето – лучшее время для ярких красок и смелых экспериментов. Если вы боитесь к себе применять яркие цвета, то есть не готовы носить футболки, платья, начните с аксессуаров. Это может быть сумка, это может быть колье, это может быть туфли, и вы уже потихонечку будете носить модные цвета. А если вы всегда привыкли носить все черное, носите темно-серое, например. То есть уже вы, видите, вы перешли на другой цвет, либо темно-синий, например, да, то есть это уже не черный. И так потихонечку осветляйте свою цветовую палитру. Битва стилистов, модные лектории и шопинг нон-стоп. Посетители торгового центра смогли получить персональные консультации специалистов, а также в сопровождении профессионала отправиться в индивидуальный шопинг-тур. В очередной раз мы показываем одесситам, рассказываем, как можно классно, интересно, культурно шопиться в Фонтанском центре. Приходите, мы всегда рады вас видеть. Модный сезон весна-лето 2019 Фонтан Скай стартовал. Для посетителей эти выходные прошли познавательно и интересно. В кругу экспертов и единомышленников. Добрые вести о погоде порадуют всех, кто заждался весны. Улучшения, обещают синоптики, следует ждать уже 21 апреля. День порадует солнцем и даже жарой. А вот ближайшие прогнозы оптимизма не внушают.
Ночь с 15 на 16 апреля будет самой холодной, отметили в гидрометцентре. На ближайшую ночь по территории Украины температура воздуха ночью понизится до 1,6 тепла, местами заморозки до 0,5, а в Одесском регионе до 0,2. Как правило, весной у нас очень часто бывают заморозки на поверхности почвы и на поверхности воздуха. Конечно, это крайне неблагоприятно может сказаться на агрокультурах и на цветущих деревьях. Значительное понижение температуры воздуха и усиление севера и северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду наблюдаются в эти дни на большей части территории Украины, включая Одесскую область и северо-западную акваторию Черного моря, добавила синоптик. Такие неблагоприятные погодные условия и смена синоптической ситуации связаны с затоком холодной воздушной массы северных районов в более южный. По многолетним климатическим данным, как правило, в апреле месяце в Одессе, Одесском регионе наблюдается смена тепла резкой сменой холода, когда теплая воздушная масса меняется более холодной воздушной массой, поэтому это явление не аномальное и не редкое. На ближайшие сутки, помимо понижения температуры, следует ожидать и дождей. Ночью до отметки 1,6 тепла, местами возможны заморозки до 0,2, а в дневное время суток температура воздуха будет не выше 4,9 тепла. По все последующие дни ночью 4,9 тепла, днем температура воздуха будет не выше 9,14 тепла. Можно сказать, что вся эта неделя характеризуется неустойчивостью атмосферных процессов, осадки преимущественно в виде дождя. 19 и 20 апреля еще ожидается небольшой дождь. Температура ночью 2,7 тепла, днем 8,13. А к воскресенью, по прогнозу, уже распогодится. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. О состоянии школьника, травмированного высоковольтным током на железной дороге в пятницу, шла речь на аппаратном совещании в мэрии. Наиболее неблагоприятное поражение – это поражение верхних дыхательных путей. То есть в сочетании с поражением 40% поверхности тела – это очень тяжелое состояние. Ребенок, считайте, вторые сутки находится уже в состоянии шока. Поднимали в зале мэрии и вопросы очередных нахал-строев. В четверг мы вышли на проверку. Ждем от Bonny Beach, скажем, от юридического лица документов, которые у них есть. Известно, что есть право собственности на данный объект. Мы считаем, что это реконструкция без разрешительных документов. После проверки мы можем дать подробную какую-то информацию по данному объекту. Предстоящая ночь сулит в регионе заморозки на почве. Ночью до отметки 1,6 тепла, местами возможны заморозки до 0,2, а в дневное время суток температура воздуха будет не выше 4,9 тепла. По все последующие дни ночью 4,9 тепла, днем температура воздуха будет не выше 9,14 тепла. Можно сказать, что вся эта неделя характеризуется неустойчивостью атмосферных процессов, осадки преимущественно в виде дождя. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.